В деревне Дорычево проживают друзья и родственники героя России Фарвата Якупова. Они и обратились к депутату городского совета депутатов Татьяне Ершовой с просьбой создать памятное место в честь земляка. В результате предложение было поддержано всей депутатской группой, и в апреле прошлого года было принято решение о создании сквера. Мы в 2015 году провели кадастровые работы. Участок был поставлен на кадастровый учет. Определены все характерные точки этого сооружения. Вот они все здесь обозначены. Было много споров с соседями прилегающих территорий. Но здесь сыграло роль гражданское мнение именно жителей деревни, что в этом месте будет сквер. И все, кому неудобно заезжать было на соседние участки, они имеют дополнительные въезды и, соответственно, будут пользоваться этими въездами. И вот 25 июня состоялось торжественное открытие. На мероприятии присутствовали представители администрации, депутата Совета депутатов городского поселения Видное, родственники, сослуживцы Фарвата Якупова, ветеранский актив деревни Тарычева и местные жители. Я надеюсь, что установка вот этого маленького и сердечного, так сказать, уголка будет примером нашей молодежи, примером воспитания нашей молодежи. Большое всем спасибо. Сквер площадью в 200 получился уютным и доброжелательным. Помимо мемориальной доски в честь героя России Фарвата Якупова установлен памятник жителям деревни Тарычева, павшим в Великой Отечественной войне. Силами видновских предпринимателей была проведена работа по установке лавочек, освещения, выложено покрытие. Также был проведен субботник, на котором высадили клумбы с цветами и деревья. В нашем славном городе Видное есть теперь такой замечательный уголок, уголок памяти, героизму всего нашего народа, начиная с былых времен и кончая современностью, есть этот сквер имени героя России Фарвата Якупова. И дай Бог, чтобы эта память никогда не угасла и была всегда в сердцах живущих. В планах, как отметил Александр Усков, благоустройство этого памятного места продолжится. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.